В рамках антитеррористической операции в Сирии российские летчики за последние двое суток совершили свыше 120 вылетов. По данным Минобороны, воздушно-космические силы уничтожили более 400 объектов. В провинции Алеппо ликвидирован опорный пункт боевиков с бронетехникой. В Хомсе среди целей оказался крупный склад с боеприпасами и оружием. Еще одно тайное хранилище уничтожили в провинции Идлиб. Его координаты предоставили силы оппозиции, которые, как и правительственные войска, сражаются против запрещенного в нашей стране исламского государства. Удар авиация нанесла после подтверждение данных со спутников и беспилотников. Также ликвидировано 6 объектов незаконного нефтепромысла и колонна автоцистерн, на которых игиловцы везли контрабандную нефть в Турцию.